Сейчас мы продемонстрируем курс послушания. То есть это работа собаки на поводке. Возраст щенка 4,5 месяца. На начальном этапе научитесь управлять и подавать команды, работать с собакой на поводке. А когда уже войдете с собакой в контакт, когда уже научитесь управлять на поводке, будете управлять и подавать команды без поводка. На начальном этапе заведите вот такой подсумочек, и все команды подкрепляем лакомством. На начальном этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, остановках, поворотах, разворотах подается команда рядом. 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 Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. То есть по команде рядом при остановке собака сесть должна. Рядом. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. На начальном этапе все команды подкрепляем лакомство. Лакомство может служить колбаска, сухой корм премиум класса. Уже что собачка ваша будет любить. Обязательно хвалим собаку. Хорошо сидеть. Повторили команду, дали лакомство, огладили. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также будем увеличивать со временем. Сильно не прессингуйте собаку, так как это глубоко щенок. Со временем будете уже выдержку увеличивать и время выдержки. Обязательно все команды поощряем лакомством, подкрепляем. Существует три вида поощрения. Это первое, дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Подошли к собаке, похвалили, дали лакомство, повторили команду. Хорошо лежать, дали лакомство, огладили, повторили команду. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. По команде место, команду место мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда место от сидеть или лежать? Более длительный интервал по выдержке. И собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, ну не отходить от поводочка, от своего места. И более длительный интервал по выдержке. То есть это как вольная команда. Обязательно все команды подкрепляем лакомство. Хорошо место, похвалили, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. После того, как позанимались, подрессировали собаку, дайте ей возможность разгрузиться. Любимая для собаки команда – это команда гулять. Обязательно дайте собачке погулять. Хорошо, рядом. Гуляй. То есть по команде гуляй, собака должна гулять. Сейчас мы будем отрабатывать команду ко мне. Это одна из самых сложных команд. Обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомство. Собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне похвалили собаку. Гуляй. Посторонний на объекте у нас. Ко мне. То есть собака работает четко. Хорошо, ко мне огладили, повторил команду. Гуляй!
Когда даешь команду ко мне, собака должна подбежать и сесть напротив вас. А если вы даете, произносите кличку собаке, собака может вокруг вас бегать, не выполнять команду там, сидеть или какую вы будете делать. Правильно. Просто по кличке собака подбежала и находится рядом с вами. Вот так. А когда подаете команду ко мне, собака должна подбежать и сесть напротив вас. Ко мне. Хорошо ко мне. То есть работает четко. Для 4,5 месяца. Хорошо ко мне. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. Ну, на этом будем, Раль, с тобой прощаться. Поедешь домой. Папе и к маме. Будем ждать тебя на охрану. Хорошо место. Рядом. Рядом.